В редакцию телекомпании «Барс» поступило письмо с угрозой терактов. Анонимная группа борьбы за справедливость и закон, так было подписано письмо, сообщила, что творящееся в Ивановской области беззаконие не позволяет больше молчать и вынуждает прибегнуть к иным способам привлечения внимания к замалчиваемым проблемам. Письмо содержало угрозы в адрес представителей власти с указанием ряда конкретных фамилий – Ферояна, Корчагина, Власова и Волкова. Все эти люди имеют то или иное отношение к партии власти. Но анонимные террористы подчеркнули, что их акции не имеют отношения к прошедшим выборам. «Нам не интересны партии с их оппонентами, ни власть, ни выборы и ни политика вообще. Мы хотим простой справедливости и верховенства закона. Мы пытались бороться за справедливость законными методами, но над нами бессовестно глумились. Теперь мы будем действовать иначе. В свете бездействия правоохранительных органов и их потворству интересам власть имущих, мы будем взрывать объекты коррумпированных чиновников и депутатов, привлекая внимание к проблеме отсутствия законности в Ивановской области. Только тогда это станет заметно, и замолчать как раньше уже не получится. Наши методы не идеальны, но других способов обратить внимание на положение дел не осталось. У нас нет корыстных интересов, будем действовать, когда о нас забудут. Людей наши акции не затронут». Если верить составителям письма, то его копии были разосланы еще 21 адресату в Иванове и 5 адресатам в Москве. После получения редакции анонимного письма органы полиции и специалисты Федеральной службы безопасности начали проверку. Сотрудники телеканала были опрошены, оригинал письма изъяли для выяснения личности отправителя.